И вас еще уламывать, что ли, нужно, ребят? Му. Че? Вставайте кто-нибудь, кто будет отвечать. Приветики, меня зовут Евгений Ширяев. Я тот мэн, который рулит на канале Негодяй ТВ. Мы снимаем шоу сегодня музыкальное. За правильные ответы мы платим бабосики. Отвечая правильно на первые 5 вопросов, вы получаете косарь. Если хотите удвоить эту сумму, я задаю 6-й вопрос, и вы получаете 2 куска. Все. Все так просто. И вас еще уламывать, что ли, нужно, ребят? Че, Федука, ЛДЖ там не слушайте? Фейса, не фейса. Вставайте кто-нибудь, кто будет отвечать. Тема музыка у нас сегодня. Поехали. Песня о трагической смерти маленького насекомого. Ё-моё. Затрудняюсь ответить даже сейчас. Маленького насекомого? Ну, я не знаю, ЛСП тело, только там не насекомое. Я без понятия, трагическое насекомое, что... Маленький принц. Я без понятия. Я правда не знаю. Маленького насекомого. Маленькая лошадка. А, не насекомое. В траве сидел кузнечик. Кузнечик. В траве сидел кузнечик. Кто здесь? В траве сидел кузнечик. А ты не в траве сидел кузнечик? Нет? В траве сидел кузнечик? Я вам скажу потом. Мы побежим. Не привыкли к камерам. Кузнечик, песня о трагической смерти... Цоя! Игорь! Нет, насекомого, видите? Насекомого. О, это кузнечик. Кузнечик? В точку. Кузнечик. Вообще все вылезет из головы. Нет, не знаю. В траве сидел кузнечик. Правильно? Да. Да, правильно. Звуки изображаются посредством особого рода знаков, называемых... Му. Че? Почему не бе? Или не кукареку? Ну, улетает косарь просто. Все, косарь улетел. Ну, дорожные, наверное, или какие знаки? Мы говорим о музыке. А, да, да, музыке. Не знаю, нет. Ноты. Это гениально. Это простой вопрос. Звуки изображают. Да? Ноты, совершенно верно. Ноты? Нотами. Ноты. Говор. Речь. Знак как, какой вот? Что там рисуют они? Ноты. Ноты, ноты. Ноты, ноты. Я с консерватории не кончал. Я думал, что зачем заканчивать консерваторию? Ну, ноты. Я люблю знаки определенные. Смотрите. Любой знак. Это неправильно. А лягушка? Нет, не лягушка. А, кузнечик. Не кузнечик. А кого? Ну... Язык немых, я только знаю, но так нет. Не знаю, блин. Язык немых? Ну да, пусть будет так. Но это... Скажи, язык немых? Язык немых. Нет. Ноты. Блин, точно же, логично. Точно. Назовите самый известный балет Чайковского, посвященный птицам. Кому? Птичкам. Птичкам? Птичкам, где же? Балет. Лебединое озеро знаю. В точку. А? В точку. Все. Все? Лебединое озеро. Лебединое озеро. Лебединое озеро. Черт подери. Лебединое озеро. В точку. Я думаю, Лебединое озеро. Персонаж комедии масок. Итальянец. О нем даже пела Пугачева. Алла Борисовна Пугачева пела... Песни его или как? Думать надо. Маска Алла Пугачева. Итальянец. Да! Арлекин. Арлекин. Теперь 5-й вопрос, отвечая на него, косарь. Как называется ансамбль из 9 человек? Сложно. Сложно, но можно. Раз, два, три, четыре, пять. И ответ? Труппа. Труппа? Ну. Или труппа? Труппа. Труппа. Квартет? Квартет. Да. Бро, квартет это 4 человека. Естественно, 5-й вопрос, он нелегкий. На самом деле он легкий, но он и нелегкий.
Понятно. А че, я просто так буду косарями раскидываться? А трио это как? Три человека. Трио. Четыре человека. Четырьё. Квартет. Квартет. Девять человек. Ну, не трио, не квартет, не секстет. Дальше не знаю. Ну, девять. Квинтет. Но нет. Да! Думаете, я расстроен? Я счастлив. Косарь уже вам. Не надо, что я знаю, что конечно, это вы первая. А не секстет? Вы первая из 100 человек вот сегодня. Это круто, я рад, что в этом шоу будет победитель. Спасибо вам. Так, супер игра или не супер игра? Супер игра. Ну давай. Ну хорошо, давайте супер игра. Итак, у нас супер игра и супер вопрос. Как называется естественный, данный природой музыкальный инструмент, звучание которого формируется гортанью? Ну это же вокал. Именно в гортани, горловое пение. Музыкальная, ну, речь музыкальная, голос. Yes. Голос. Голос. Да, это голос. Наш победитель. Победитель игры «Тупой и еще умнее». Это я. Еще раз, как вас зовут? Александра. Александра, наш победитель. И вы получаете два кусмана, два кусочка. Кто здесь? Ставьте лайкосы, шмайкосы, там всю вот эту вот лабудень. От души всем. Пока.